таких людей, как ты, как ваши филологи, сколько там вас это. У нас, блядь, поля нахуй пустуют, ёпти, вас всех нахуй на эти поля пахать, ёпти. Вот так, ёпти. Как компучи, нахуй. А как ты хотел, ёпти? От вас никакой пользы нет. А от тебя какая польза? От меня? Вот ты сидишь, выёбываешься. Это я сейчас сижу. Да, ты сидишь, выёбываешься. Там всё им пятится. Я пятится отработал, я имею право, ёпти. Ничего. Ну нихуя лупу. А ты чё ты, а ты имеешь против... Против пяти каких проблем у нас? Тебя откуда у меня выгонят? На те же поля. Нет! Не некто. Таких цесарей получше найдется. Вот когда они найдут получше цесарей, вот когда они найдут, когда не найдут, нахуй, когда найдут, я тебе, блядь, рот закрой, заебал въезжать, нахуй. Уж въезжать. Будешь вещать, нахуй, я сейчас вытащу биту, нахуй, называется бэт, нахуй. Я тебе, блядь, два раза по ногам пиздану, нахуй, ёпки. И ты будешь... поедешь в Магадан. И поеду, я уж поеду в Магадан, а зато ты въезжать не будешь, помню? А ты не трогай меня, не заставай меня. Я тебе, во-первых, не трогаю. Ты меня на поля отправляешь. Еще чего? Ты кто такой? Да ты уже давно должен быть на полях. Ты кто такой? Это чисто мое мнение. Ты кто такой? Вот сиди со своим мнением. Нашел бы себе в зале присидеть. Твое мнение. А мне насрать на твое мнение. Помой, подержи рука, я сейчас пойду беру. Возьму. Если вам понравилось, ставьте классы, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Скоро выйдет обзор на город Магадан.